Володя, крышу там замазывают трубу. Протекла и штукатурка отпала. Как так, полез, все замазано, там миллиметр, говорит. Ну, сохла там или сжалась труба, кто его знает. И вот он с цемента навел, теперь там все на крыше у себя. В деревне всегда работа найдется хорошего хозяина. Батюшка тут сегодня поехал куда-то, заехал попрощаться, позвонил архиерею местному, митрополиту Сергию Иванникову. Говорит, я уезжаю, благословение нужно и грамоту, что я такой-то и на замещании не нахожусь, могу причащаться в монастырях, где там буду. Архиерей сразу позвонил, благословил, бумагу батюшке выдали. Он зашел, все благословился. И вот теперь этим разным недоброжелателям сказать: о, у вас архиерей, нет, отказался. А он был здесь в прошлом году, встречались, ничего не отказывался. Просто сказал патриархии сделать и так, чтобы прихода здесь нету. То есть не числится на бумаге-то, а они есть живые. Митрополит приезжает, и был до этого Дмитриев Максим, он где-то в Ельце. Точно так же был здесь, и причащались вместе. А разные эти миссионеры, злобные, как звери, что попало, городят. Еще решается о нашем спасении заботиться? Нет, конечно. Мы с утра до вечера в труде. Вот сейчас 4:30. Мы сегодня сколько заготовили свай. Вчера не хватило, чтобы спасти пруд. Одолевают андатры, бобры. Вот заготовили около 150 свай. Вот он. А теперь надо шкурить. А я поранил руку сегодня. Залило кровью все. Весь репей тут. Бросали вот это вот, и сучок воткнулся и рванул. Она уже на лету была, никак не предугадаешь. Все, вот Никита работает, сучки обрывают. А мне нельзя нож держать. Вот. Рыжая наша кошка, мать. Пали и Буски. Ну, все, гуляла. Вот она подошла с сапогом моим рядом. Кошка просто интеллигентная. Ни у кого не отберет ничего. Скажешь, не трожь. Сама любит там гальяна, рыба. Она сядет рядом, сидит, смотрит. Так, поела, я скажу, ну ешь. Рыжая, она тоже подойдет, потихоньку возьмет в рот, не покорябает, не укусит. Вот такая скотинка есть, благословенная. И все работают. Там в деревне движется, это Люба Минаева. Я сегодня выставил два ролика у себя. Называется «Матильда». Фильм. Что за экраном? Во свете Библии этот фильм. Сразу пошли посетители новые. Вопросы. На нашем видеоканале. Там 8000, почти 300 роликов. Спасибо.